Невозможно в наше время найти образованного человека, который не был бы знаком с художественными работами гениального живописца Ивана Константиновича Айвазовского. Сюжеты многих полотен этого художника переносят зрителя на море, где царит спокойная погода, либо гуляет шторм. Автор картин на морскую тему пытался донести свои мысли о том, как бывает переменчива и непредсказуема природная стихия. Иногда Айвазовский вписывал в свои морские пейзажи важную персону. В портретах, написанных обычно в один сеанс, несмотря на их незавершенность, всегда виден острый глаз большого художника, легко и без напряжения, передающего характерные черты человека. Среди них особый интерес представляет большая группа портретов Пушкина, написанных главным образом в конце жизни. Большая часть этих произведений, в сущности, не является портретами в общепринятом понимании. Хотя большую часть своей жизни Айвазовский прожил в Феодосии, он был знаком со многими выдающимися людьми своего времени, поддерживал с ними связь, а с некоторыми из них был близок. Еще в ученические годы он был представлен Александру Сергеевичу Пушкину. Это была его единственная встреча с поэтом. Но поэзия Пушкина оставила глубокий след в искусстве Айвазовского. Более чем кому-либо из современников Пушкина, Айвазовскому был близок, понятен и дорог поэтический образ Крыма, волшебного края, воспетого великим поэтом. Это была родная ему природа, близкая ему морская стихия. Для Айвазовского Пушкин был неотделим от Крыма, и поэтому изображение его Айвазовский соединил с изображением крымской природы. Причем часто пейзажная часть на картине занимала основное место, а фигура поэта была мелкая, как бы дополнением к пейзажу. Черты лица еле различимы. Узнаваем он был лишь по характерным бакенбардам. Айвазовский был художником-романтиком, для которого природа всегда величественнее человека, каким бы великим этот человек ни был.